Ну, мы играли сегодня неплохо. Должны были моменты, которые должны были реализовать. Ну, еще весь чемпионат впереди. Сегодня тебе удался чудный удар, но попал в штангу. Ты сознательно бил в тот угол, но просто немножко не повезло? Да, я сознательно бил в этот угол. Бил в дальний угол из-под игрока. Ну, чуть-чуть не подкрутил. Надо было чуть докрутить его. Во втором тайме, когда соперник сделал замены, вышло несколько ребят, довольно мощных. Вообще команда в целом более старшего возраста, чем «Локомотив». Это сказывалось? Ну да, конечно. Они поопытнее были нас. Там в защите, в полузащите были тоже люди. Но ну, нам просто не повезло, можно так сказать, в целом. Надо было реализовать свои моменты. Но думаю, с спортком из Нальчика будет намного легче. Должны выиграть. Главный тренер распекал команду в раздевалке, был суров. На что он пенял? Что он указал как самая главная проблема? Самое главное, надо реализовывать моменты свои, вот это он говорил. Биться до последней минуты. Ну, все. Насколько для турнира молодежных составов важно занятое место? Или все-таки игроки в большей степени преследуют другие цели, свои личные? Не, на первом месте, я думаю, надо биться за честь клуба. Неважно, где ты играешь, в молодежном составе, там, в спортшколе, в главной команде. Быть профессионалом, в первую очередь, я думаю, это то, что у тебя находится рядом с сердцем. А на втором месте это там уже твой игровой номер и твоя фамилия. Не опускаются руки от того, что пока не удается пробиться в основу? Да нет, конечно, не опускаются. Наоборот, стимул для меня. Надо тренироваться, терпеть. Буду готов, дадут шанс. Так можно сказать про каждого игрока из молодежного состава. Кто будет готов, тому дадут шанс. Все.